на рыбалке, в походе или дома, когда мы готовим рыбу, главной сложностью является ее чистка. Но японские рыбочистки позволяют легко справиться с этой задачей. Мы будем чистить крупную рыбу. В качестве крупной рыбы у нас сегодня выступают щучки, а также немножечко лосося. У нас будет такая уха разнообразная. И сначала счищем чешую. Чешую будем счищать двумя нашими рыбочистками. Протестируем их в деле. Посмотрим, что из этого... Ох! Ну, вы знаете, надо сказать, что... Ну, вот вы сами все видите. То есть, она просто летает сама. На самом деле, я не шучу. То есть, ну и не надо даже силы прикладывать, да, то есть просто проводишь, и чешуи нет. Абсолютно. Вот. Не... Без лукавства, без всякого. Вот, смотрите. Давайте с другой стороны попробуем такую. Тоже, надо сказать, удобно. Единственное, что я бы, наверное, вот такую вот рыбочисточку, вот зелененькую, да, вот с ручкой сверху, я бы, наверное, ее использовал для более крупной рыбы. Она счищает сразу же больше, но она менее управляемая. То есть мне вот там как бы где-то под плавнички залезть сложнее, чем вот с такой на ручке. Но она, конечно, берет большую площадь, сравните, да, вот такую вот площадь маленькую здесь, такую большую здесь. То есть если вот вы вот именно вот на хищника, на большого ходите, то вот это ваша рыба. Если все-таки больше такие там не самые крупные рыбки попадаются, там щучка какая-нибудь такая среднего размера или такие карандашики, то удобнее будет вот этой. Ей можно под плавничками пройтись, вот все это убрать, под брюшком, везде. И вот это, конечно, здорово. Я вот хотел обратить ваше внимание, вот мы уже тут почистили щуреночка вот этой рыбочисточкой. А окунь, все рыболовы по опыту знают, что окунь — это рыба, которая, ну, с ней даже заморачиваться никогда не хочется, потому что чешуя сходит очень у меня плохо, она плотная такая, там ее много, и почистить ее — это большой геморрой, и обычно никто его не чистит. Вот посмотрите, это рыбочистка наша. Это первый раз, на самом деле, я первый раз такое вижу, как вот с окуня вот так вот сходит чешуя. Смотрите, тут ничего не осталось. Вот чешуя есть, вот чешуи нет. То есть, спокойно, даже окуня почистить можно. Вот, вот это вот вещь хорошая, действительно, это вот я понимаю. Держать только его тяжело.